Мы вчера освятили свои молитвы, первые молитвы, когда молились на том месте, где будет храм святителя Николы, чудотворца. Эта история Севера, нашей родины России, тесно связана с историей старообрядчества. Вот после раскола именно здесь обосновались, в глухих лесах, озерах, вот, преследования старообрядцы, которые жили на Соловках и в Выге. Сегодня, наверное, как никогда важна наша консолидация всего русского мира. И, безусловно, нам важно находить консенсус, нам нужно работать на укрепление нашего общественного спокойствия, согласия. В этом должны участвовать все слои нашего общества, включая и старообрядческую общину.